Ну что, ребятки, сегодня у нас заруба против Димы Зевса. Сегодня играем по Бо-3. Но, в принципе, даже если выиграть или проиграть две каточки подряд, третья катка все равно будет. Поэтому играем просто три катки, неофициально по рофлу. Так что, по фанчику, ребятки, плеем. Уф. L и B столбики. Играем AR мод. AR мод, ребятки. Let's go. Поехала. Go, go, go. Ребятки, спасибо всем, кто здесь. Прожмите, плиз, Луецкий. Не, заруба не на, не на весь вечер. Три катки сыграем и все. Ну, типа, Бо-3. Бо-3 это, типа, две катки, если выигрываешь или две проигрываешь. Но играем просто три игры. Неофициальная Бо-3, выразимся так. Блин, что по рандому выпадет? Давайте угадывать будем. Сейчас. Прогрузится, угадывать буду, что за герой. SF. Ля. SF дропнулся. Ну, VS Viper'а тяжело будет миду, но я попробую. Гоу. Гоу. Жесть у нас, конечно. Там Магнус, там гиролеты. Жесть. Ок. Хорошо. SF выполнил. Ничего себе, на SF я сейчас 0.20 отыграю. Печалька. Да я время потерял, хоть закреплен комментарий, сделал предупреждение о том. А ты что, на катку задонатил? Определенные игры идут, а я же не Ванга в среднем стриме ворвался, не знаю, что да как. Ну давай, я сделаю закреп. Ты прав тут в каком-то моменте. Так, смотри. Но это тут не опрос надо добавлять, а это закреп просто. Вот так вот сделаем. Хорошо. Я закрепчик бахну. Так, а чё у нас пик такой? Ребята. А чё вы? На ФП. Го. Сыграем. У нас же имба. ТХД соло пойдет. Лесничок на волке со второго ЛВЛ. Котел и шаманчик низ пусть. По чуть апаются. И выходим. Да, ломаем. Или шаман на роуме. А волк фармит с котлом. Зачем тут репикать? Твинхеду только надо соло. Абадон. Волка репикнули, аба керри. Эх, не шарите. Ладно. Не шарят они. Фастпуш пик. Да нет, не будет тут фастпуша. Так, я агрессию буду собирать, пацаны. Тут не будет дефолтного SF, а тут агрессия SF будет. Активный. Постараемся поактивничать там вроде. Давай, доброй ночи. Доброй. Карту закрывать. Я не буду карту закрывать, пока не появится сомнение о том, что ребята стрим снайпят. Тяжко будет VS Viper'а стоять. Viper'а в миду опасная вещь. Так что такое. Тимур, что ты хочешь? Напиши, да? Ну, пик интересный, мне нравится. Пик интересный, красивый. Интересный, красивый пик. Интересный пик. Надо сейчас проблочить. А как проблочить, если на руну пойду? Если руну не буду забирать, пойду блочить. Во, вот так будет отлично.
Что ты хочешь? Внимание хочешь, Тимур? Напиши, что ты вопрос там задал или что. Чамфорд. Чамфорд. Есть кто лучший игрок Dota 1? Лучший игрок. Смотря где, на лоу ПТСах тоже есть много. На хай ПТСах есть много. Не видел я, нет, Тимур. Не видел. Не видел. Видел, может, картинку, но сам видос не смотрел. Это так важно, наверное, сейчас. Прям вот сейчас, вот когда идет заруба, там, знаешь, между стримерами там. Играем, да, надо вот важно такой вопрос задать. А ты видел видос про то, как Луна у меня рампак под колодцем делает? Не видел? Так какой Гришин, четвертый слот? Это не он. Я вообще не вот этого чела, я не знаю. Я вот этих двоих знаю, вот это донатер. И все. Ну чё вы там? Удачи, спасибо. Спасибо. Г? Погнали. Все друг друга ждут. Так, ну мне вардик дадут, наверное. Го, вард. Главное не победа, главное участие, согласен. Все, погнали. Let's go. Let's go. Крабик с ножом. Прикольный никнейм пацана. Ну там на самом деле очень лютый пик лейта. Лейт у них намного круче. Затянем, проиграем. Затянем, проиграем. На плагиат твоего контента интересна реакция. Не знаю. Я за многими моментами слежу, но я не вижу, чтобы прям плагиатили мой контент. Есть некоторые ребята, кто стараются делать как я, но в любом случае, как я, никто не сделает, потому что я монтирую, я стараюсь максимально, ну, качественно к этому относиться. А другие ребята могут только, ну, как бы, что-то попробовать сделать, да, но не факт, что что-то получится, понимаешь? Хорош. Отлично. Так что не думаю, что кто-то что-то там блокирует. Если будет плагиат именно, то... Ну, тут да, понятно. Тут понятно, дядь. Фантом мид, серьезно? А че вайпер мид не пошел? Это фри мид для него. Почему вайпер мид не пошел? Че у него там? Урмансы. Ух, какой дилей у меня был. Бля, вообще жесть. У меня сейчас такой резкий дилей какой-то был. Фантом пока кайфует, сейчас докайфуется. Жесть, то че у меня с задержкой, вы видели? У меня герой просто некликабельный. Что-то хрень какая-то. Не знаю, почему вайпер мид не пошел. Просто не понимаю. Пойдет. Какой-то герой ватник просто. Просто ватник, как будто не рупять. Не рупять, а какой-то другой бот, как будто. Боже, выкинь, пожалуйста. Чё там, братец, на фантоме?
А батлегу поднимем. Имба, ну он имбовый, да, этот щиток. Согласен с тобой. Есть такое. Очень много демеджа блочит. Очень много. Так, подстакиваем, идем. На мид дальше. Ай, да ладно, щиток заруинил, прикинь, выжил. Прикинь, какой таракан. Прикинь, как оно работает, да? Пойдет. Спасибо, Дин Мухаммед. От души. От души, дядь. Идет, так все медленно делаю, уже есть. От души, бро. Пока что играю в эскрипов. А чё этот Магнус не пошел хардлайн? Ля, чё у них по расстановке, я не пойму. А чё за приколы? Прикольные парни. Пилится. Так, руны, наверное, пособирали, да? Ну, стики. Пойдет. Какой интерес преследуем? Интерес к чему именно? Контент делать? Мне нравится, почему нет? Его поблочим немного. Фантом, хоть и, как бы, ну, не фармит особо, но стоит крепко тем, что я просто его не убиваю. Это плохо. Это плохо. Почему я его не бью? О, я, скорее всего, сфидил тут. That was my plan. Ой, хорош. Халдани на next, please pack it. Брат, халдов я не знаю, будут халды, не будут. У меня на next забрали раз, два, три, четыре слота. При том, что у меня 3-4 слота, по-моему, закрыты. Мы играем с другими стримерами, есть закрепчик, дорогой. Так что извини. Спасибо большое за донейт, но не факт, что получится. Закрепчик на стримчике имеется, дядь. Ребятам оставил. Так что сорян. Спасибо большое за донейт, бро. Пойдет, так вилка имеется. Я не понимаю, почему у меня герой такой ватный в игре. Очень ватный герой. Тем, что вата и контроля нету. Что за бот я поставил? Как будто контроля не хватает на героя. Прям он вата лютая. Халдани на next. Пак нет. Давай я выделю. И после этих каточек сделаем, бро. Я могу выделить слот после этих игр без Б. Сделаем. Привет, Тубулс. Тубулс. Как дела? Как дела, Тубулс? Давно тебя не видел. Жесть, лютая вата просто какая-то. Будет активка какая-нибудь, надо прогуляться. О, здорово. Здорово. Отстань, да?
ребят. Пойдет. Ру 3 сделал. Вот я ру 5 вроде ставил, дядь. Если это ру 3, то это мусорка, мое упущение лютое, я вообще не вкурил. Почему ру 3? Не должно быть никаких ру 3. Сейчас я уже не посмотрю, какой бот. В лобби надо смотреть. Можете перемотать стрим и посмотреть, ребят, какой там бот. Рили. Доброго времени, Каракалпак. Самый первый герой, которого ты пикнул в доте. Тракса, по-моему, была, я точно не помню. По-моему, Тракса была. Если не ошибаюсь, была Тракса. Была Тракса. Дилей очень странный. Очень странный дилей. И такой все. Печалька. Слэш пинг узнать бота. Это не то совсем. То не то, дядя. Все, на базу сходим. Ру 5 ставил, странно. Почему так тормозит? Ну да ладно. Доброго времени. Твинхед работает. Во, то, что нужно было от Твинхеда. Соло лайн, раскачка через тройку и работа. У Фантом прифармит. Ру 5, да, стоит? Хорошо. Погнали. Я заберу сейчас его. Кирыча этого. Заберу этого Гирыча. Пойдет. Пейпинг покажет бот. Вот он тебе покажет все боты. Ну, ру 5 стоит первым. Может, это так работает, но не знаю. Ну да, логично тоже. Гоу, затушим. Гирыч с солдрингом. Ты варды снимает. Хорошо. У меня вообще дилей отвратительно, если честно. Жустик. Жустик какой-то. Герой просто не слушается. Ну, вот этого пацана нагнем. Найс. Ну, такое себе. Я вообще контроля не чувствую на героя. У меня вата какая-то. Прям, ну, нету вот этой вот жесткости. Жесткости героя нету, я не понимаю, почему. Дилей какая-то мусорка. Вот даже курьер как-то, он неадекватно реагирует. Не понимаю, почему так. Тоже по мазкам. Я не знаю, что это за хрень. Ладно, пофиг, забейте. Пофиг. Спасибо, ребят, за лайки. Здорово, Майкоп. Так, там у нас кнопка, да? По идее, что-то начало они сливают, но у нас пик активный. Начало сливают. Погнали. А что если лад поставить пониже еще? Образно 15, я не знаю. Может, поактивнее будет персонаж. Странная тема.
побьем чутка. А, тут не чутка, тут вот такой заход, да? Ну давайте. Будет хорошо, если за ласт хичу это. Найс, отлично. Это Whitestone, да? Пойдет. Много тренировка сделал. Брат, сегодня тренировался в зале. Ребята, не забывайте заниматься спортом. Очень полезная вещь. Знаете, почему полезная? Тем, что в здоровом теле здоровый дух. Знаете такую тему? Хотя бы даже не обязательно в зал ходить. Просто возьмите, отожмитесь. Присядьте. Тоже полезная вещь. Поверьте мне. Полезная вещь, дядя. Очень полезно. Магнус Даггер. Магнус Даггер имеет. Давайте тут задувочку. Отходим. Сейчас и ульчик сделаем, погнали. Я готов. Фиулом можно делать вещи. Но не решит проблему со здоровьем. Нужно питание еще менять. Ну, если не решит проблему. Спорт все решает, дядя. Дядя, спорт все решает. Го тушить. Пацани, все есть. Все есть. 12 левел. Полезно вечерком пивка или 100 грамм после работы накатить. Осуждаю. Максимально. Ну, кстати, алкоголь иногда полезен. Ну, не иногда, а даже в определенных количествах. Именно, то есть, ну, все полезно в меру, есть такое понятие. Но все равно вата какая-то, герой. То есть... Вата. Да какой король, я тебя умоляю, дядь. I'm a обычный плауэр. Спектра БМ нету, худо там есть. А там внизу. А это-то плохо. Хорошо. Гиролет. О, Магнус. Ну, тут ультовать надо. Хорош. Спека только ушла. Да пофиг на эту спеку. Го туда. Пофиг на эту спеку. Магнус хорошо ворвался. Но поздновато. Че, побьем хайграунд чуть-чуть, пока их нету? Аквилку в кил, гоу. Че ты хочешь, дядь? Меня кидает. Б. Виноват из-за отсутствия ПТ. Ты не понял, про что вата? Про делей, дядя. Я делей говорю. У меня герой не кликается так, как должен кликаться. Он как будто, знаешь, менее подвижный. Нету отклика героя адекватного. Причем тут ПТшка. Почему-то делей мне не нравится в этой катке максимально. Так, ну нам нужно вообще торопиться, потому что там лейт у них, там спектра, вот это всякое дерьмо. Понимаете, да, что это может значить? Это страшно. Это страшно. Хорошо. Пойдет. Вроде в Адлере, что в кофте, я в топсе. И я дома. Чего, фантома накрыть бы. Это настоящий. У него диффуз уже. Молодец. Диффузил. Диффузилом, пацан. Дядь, ну ты что? Тут надо отойти. Ладно. Я тут тоже сдохну, да?
Жесть. Вот это, конечно, да. У нас абы нету. Либо вместе, либо совсем куда Абадон там побежал. Еще Абадоны надо. Яша в помощь. Я хочу немного по-другому сыграть. Активно хочу бегать. От фантома камбэкнут. Молодцы. Сколько лет? 27. 28 будет 19-го. Абадона нету в катке пока. Спасибо, тебе тоже лучше все. Пайпуха подъехала. FPS, не, FPS ровная. FPS ровная. FPS ровно, дядь. У нас Абадона в драке нету. Это очень многое решает. Абадон это ж... Абадон! Абадон нажимает кнопки, бежит, убивает. Он даже фантома может убить. Спокойно причем. Так, 52 души. Так и дышится еще. Приятного, спасибо. Фантом 700 хп. Ну, попробуем. Нет. Там шамана задушили сразу. Еще Магнус живой. Жесть, вот они дерутся там. А, у нее уже БМ. Вот я, если честно, сейчас пытался прокликать, я так и не смог прокликать ее. Печалька. Абадон не танчит. Абадончик, брат, потанчь, плиз. О, там ракета летит. А сколько? 8 секунд. 5... 4, 3, 2, 1. Есть. Уходим. Кринж. Да, с Юлом, конечно, не заходит. Надо что-то нормальное собирать. Я ничего в драках не делаю. Вообще. Ну, они выиграют эту игру лейтом. Я ничего не делаю в этой карте. Ничего не делаю. Попробовать посплитовать. Спектра уже с БМом. Сильвер Эйдж сделать. Чтоб дамажить. Жесть, у нас ни одного варда нету. Неужели они так девардят? Мне что, карту закрывать, что ли? Фантом Владик сделал. Владик. Ладик. Ирыч. О, здорово. Вы мне РП будет даваться, да? Ну, я отъехал. Абадон, можно щиточек, брат? Помогай, Абадон, убивать фантома, дядь. Ты скойла ему, дядя. Жесть.
Меня РП дали, Вайпер Страйка дали, по-моему, еще. Дескойла. Ля, зажал дескойл. Двойку, единицу. Ну ты че, дядь? Вообще не жмет. Не жмет Абадон. Ладно, гоу. Вот так делать, пацаны. Раньше сэф утарили сатан, манту, бабочку. Да, почему нет? Прикольно получается. Я, короче, пошел фармить. Я пошел фармить. Меня дали РПшку, я кайфую, пацаны. Приветствую. Я, кстати, так и не ультанул на понижение. Я тоже недоволен этим ботом, почему так лагает, не понимаю. Не понимаю. Блин, надо было через лотар играть. Почему я пытаюсь что-то делать? Что-то такое делать, что я в данный момент делаю. Надо было просто через лотар играть. Почему я Юл выбрал? Думал, активно поиграем, фастовая катка. Нет, тут не будет актива такого. Такого актива тут не будет. Да мы можем подраться корректно под Абадоном, понимаешь? Можем. 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 Хорош. Вот так вот сразу, если бы играл, то было бы совсем по-другому. Го. Вардик снимут, пацаны. Ой, твинхеда потянули. Твинхеда потянули. Пойдет. Есть у него урны? Нету урн. Go get back him. Что делать? Фарманем по пути. О, здорово, у тебя тут есть вижен? Ничего себе. Вот там, пацаны, там. Да, через Юл зря, я уже понял, но, типа, печально, что я могу сказать. Через Юл зря. Я вообще не понимаю, почему. Мы начало вроде неплохо играли, да, а потом раз так... И все, типа, ничего не делаем. Ничего не делаем. Хотя отсутствие маны решаю этой темой. Вот так сделаем. Го-го, пока они не поняли. Your soul.
Этот настоящий, да? Хорош. Хорош. Вот тут догоним уже. Да. Уперся в чела и даю койл криво. Жесть, что за кринж? За меня койлом попал, говорит. Пошел ты. Блин, ну не знаю, первая катка максимально странная. Они вроде и дают чапалах, но сейчас проиграли драку. Ну фантомы, видите, откайтили, затушили. Откайтили, затушили. Не, Юл в какой-то степени помог тем, что я там ракетку что-то откайтил, что-то где-то отпрыгнул. Мид, допустим, подпушили, там что-то там закайтил. Почему нет? У нас в целом пик пушерский, видите, как бы. В этом еще дело. Но я недоволен тем, что очень непонятная задержка в этой катке. Максимально непонятно. Пойдет. Хаста, найс. Однесы, яшки. Бэй, гоу. Пойдет. А сейчас сделаем, да. Спасибо, ребят, всем, кто на трансляции от души. Прожмите лайк, кому не сложно. Буду благодарен. Буду благодарен. Абадона очень много. Пойдет. Я чисто такое латентное ДД. Я сам себя представляю. Латентное ДД. Абадон тащит. Абадона никто убивать не хочет. Степешился уже. Next, там БКБшку сделаем. И все. Что дают лайки? Ну, это продвижение, трансляции, рекомендации. И все. Не более. О, здорово. Я успел отойти. Я умер тут 100%. Ууу, какая стенка, дядя. Они его затушат. Хорошо. Абадон говорит, не умру. Абадон говорит, не умру. Я настоящий. Это настоящий, да? Хорошо. GG. Ну, максимально странноватая катка. Максимально странновато. Если честно, мне не понравилось тем, что как-то у меня очень мало контроля было в том моменте, что не могу героя нормально расконтрить.
Не хватает как будто какого-то делея и, ну, странная катка. Но они могли, кстати, эту катку выиграть. Не знаю, немножко подсдали у них позиции, я считаю.